Браво! Да, Эля. Така маленька дівчинка і така доросла співачка – це просто вражає. Але вона, що пісня «Дикі гуси» тобі абсолютно зрозуміла. Кого треба берегти від очей чужих і любити, і кохати. Ти умничка, ти молодець. Спасибо. Вот это и есть то, что называется X-фактор. Спасибо. Тебе можно смело брать самые сложные вокальные песни, потому что в других ты просто будешь звучать слишком просто. Тавтология, конечно, но это комплимент. Вы такой хороший. Как радует, что вы даже без макияжа. Вы принесли просто душу, вы какой-то букет цветочек. Будьте счастливы, больше я ничего не могу сказать. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Кто объявит вердикт в итоге? Давайте вместе скажем. 3-4. Да! Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Поцелуй маму, она умничка. Спасибо. От нас отцу. Молодец, молодец. Мне кажется, что она очень много училась. Да? Но учиться это одно. А это ей уже дано, вложено все. Вот в чем дело. Это потрясающе просто. Я не знаю, у меня слов нет. Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. До свидания. Ой, какое чудо, да? Какое чудо. Диво-дивное какое-то, не девочка.